именно из этой страны были чемпионами по вот этой версии. WBO. Ну что, есть нокдаун? Нет, судья показывает, что подскользнулся. За эти 2,5 года он 3 раза свой титул защитил. И вот 4-я защита у Кори Сандерса. 4 года боксеру из ЮАР. 36 побед, одно единственное поражение. Да и итог. Когда от них этого никто не ожидал. Вот сейчас достает справа и еще раз справа попадает Рахман. Справа здорово бил в свое время Хасим Рахман. Так вот, Рахман, то есть ровно через год, даже меньше, через 11 месяцев, нокаутирует самого Ленокса Льюиса. Победит Владимира Кличко. Опустил руки Рахман. Может быть, и зря, потому что с очень жестким ударом. 26 побед нокаутом. Затем последовало второе поражение. И снова очень болезненное. Вот Олега Маскаева, когда Маскаев буквально выбил. Ох, жестко как встречает сейчас Сандерс. Ну, там продолжил свою атаку. Может быть, и зря там несколько ударов по затылку нанес. Тем не менее, нокдаун. Наверное, именно про эти удары по затылку и говорит сейчас Рахман. 36 секунд. Достаточно времени еще у Сандерса, чтобы добить соперника. О, смотрите, что творится. Рахман отвечает ударом справа. Бросился южноафриканец на него. И видим, что тяжелый нокдаун. Десять секунд до конца. Теперь уже Рахман бросается. Да, потрясающий раунд. Рахман и так ниже ростом. Еще подсаживается. Опять пропускает Рахман. Смотрите, что творится. Это тяжеловесы. Ну, мне тоже показалось, что подскользнулся там Сандерс. Однако рефери открывает счет. Пошел Рахман вперед. И опять он нарвался на удар. Здесь мы смотрим 6-й раунд. И, в общем-то, очень много боксеры пропускают. Опять Рахман справа попадает. Опять справа достает Рахман. Ну, а Сандер взял какую-то паузу и, в общем-то, 6-го раунда. Хорошая атака в конце раунда от Хасима Рахмана. Атака Сандерса. Провалил его сейчас Рахман. Но попытался этим воспользоваться. Пропускает снова удар справа. Очень жесткий. И целая серия ударов сейчас от Хасима Рахмана. Ну и вот здесь ошибку допускает такой опытный боец, как Кори Сандерс. И смотрите, к чему это приводит. Ибо отсчитали нокдаун, но за эти 10 секунд хоть как бы восстановился. А так рефери увидел, что Сандерс не отвечает, и выбора не было. Надо было бой останавливать. Да. Затяжная такая серия ударов. Ну что ж, Рахман отобрал пояс WBU Всемирного боксерского союза у Кори Сандерса. Стал новым чемпионом по этой версии.